Желание 5-летнего Ярослава из Тобольска будет исполнено в рамках акции «Елка желаний». Мальчик хочет шведскую стенку. Сделает ему этот подарок глава платформы «Россия. Страна возможностей» и ректор президентской академии Алексей Комиссаров. Шарик с желанием Ярослава он снял с елки на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. Очень приятно, очень трогательные участники. Вот этот проект, он, может быть, приносит больше пользы даже тем, кто выступает в роли исполнителя желаний. Еще одно желание маленькой тоболячки исполнит участник спецоперации Антон Рудик. Он купит самокат 12-летней Софьи. Ее отец тоже защищает родину на фронте. Когда за тысячи километров находится семья, ну, мы чувствуем, что они в нас верят, и они нас любят и ждут живыми и невредимыми. Конечно, сделаем все возможное для этого. Ребят, победа будет за нами.